Всем привет, я Валерий Хазарден. Ну, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Немерите. Ну, извините, конечно, что я все выходные не снимал видосики. Ну, сегодня я решил снять переодную призму. Думаю, ничего страшного не случилось. Ну, давайте-ка. Вот, кустом. А, не-не-не-не. Ну, смотрите, Free for L. Выбираем этот вон эту вот карту Bottleneck. Мы тут сами сильные будем, зацените рядом. А нет, тут нет, мы не самые сильные, я думаю. Короче, пофиг, ребят. Прикинь, я на первом месте. Ну да ладно, короче, пофиг, давайте начинаем. Ой, дебилычи. А, ты что, дурак, что ли? Ты что-то заспанился? Иди нафиг. Так, я тебя сейчас завалю, подожди. Чё? Ребят, я его не могу завалить. Что за фигня? Я ему хэдшоты делал. Короче, пофиг, нафиг. Валим отсюда. Позим, что тут у нас творится. А, тут ничего нету. Ни оружки, ничего. Как-то странно у нас, блин. Где? What the fuck? Короче, пофиг. Давайте еще раз. Что ли, сыгранем. Попробуем. Так, где у нас это? Блин, уже 11:55, нафиг. Так, давайте. Чичичка. Такой прикольный звук. Что это у меня? А, у меня там рядом дофигища просто пестиков. Я упал, уморен. Там игроки уже килят друг друга. Тут есть туннель, ребят, снит. Дробашик, нафиг. Блядь, конечно, вот это жестко. Это жестко. Иди сюда. Я тебя сейчас завалю нафиг. А, блин, ты дурак, я тебя сейчас завалю нафиг. Есть, ребят, я ему... Ах ты какаха. Короче, мы тут с вами не единственные, кто сделал киллы. Короче, пофиг, ребят. А вот и мой дробашек. Короче, пофиг. О, тут аптечка. Так, короче, падаем вот сюда. Ой, блин, нафиг там чувак какой-то. А мы его вот так обходим. Я чуть не упал. Там у нас с вами есть. Оцените, какой пест. То есть, автом. Нафиг, давай. Есть, я залез. Чё? Почему нуби покинул игру? А я его хотел убить. Ну да, ладно, в принципе, это... Ты чё, дура? Ряд, он там. Я чувствую, они рядом. Вон он рядом. Так, короче, пофиг, давайте. Вот он! Ребят, я его сейчас замочу. Давай! Умри! Ура! Он умер. Мы как батя. Батя. Ура, ну тут у нас с вами еще оружие даже есть. Короче, так, сколько там у нас в игре? Всего двое, серьезно, да пофиг. Не проблемка. Сейчас мы эту все... О, завалим. Так. Кидаем хаша гранатку. Всех подрываем. Что там? Ой, блин, нафиг. Так, короче. Орят. Включим ша. А перезарядочку врубаем. Хом на троечку сразу. Хоп, на двоечку. На троечку можно. О, кстати. Так, я до туда не долечу. Тут снайперка лежала, а я ее все равно не смогу взять. Нуби суициднулся. Короче, пофиг. Пусть он суициднится. А мы стоим на первом месте. Ух, смотри, нас уже трое. Ну, пофиг, я всех. Ряд, да ну нафиг, ряд. Считайте, я бессмертный, не бессмертный. Но я сейчас киллов нам тут понаделаю. Конечно же, у меня есть дробаш, поэтому мы с вами непобедимы. Так. А вот мои враги очень даже победимы. О, ребят,
Красная это фиговина. Мы с вами его вот собрали. Так, рядом. Вот он! Умри! Ебой! А, рядом. Вот видно. Рядом. У него рядом. Прям бошку оторвало. Так, о, тут еще есть такая фиговинка. Мы с вами собираем. Хон, еще дольше у нас сами. Иди, вот он где, ребят. Есть, я его замочила. Ребята, мы с вами на первом месте. Изи пизи, лаймед сквизи. На первом месте мы с... Вон он. Я его еще убью. Давай, я тебе... Я... Ах ты ж, какашка такая. Есть, я его убил, ребята. Да ну, я это... Откуда у меня уже пол хп снялось? Ребята, у меня откуда уже пол хп снялось? Ну ладно, ребят, пофиг. Давайте продолжаем играть. Так, а мы это сами тоже не можем забрать. Ну и пофиг, короче. Пусть там лежит. Так. Блин, у меня закончилось. Ну и ладно. Давай, I believe I can fly. To I believe I can fly. Блин, нафиг, ну, она очень быстро как бы заканчивается. Блин, я что-то не врубаю, как... Мачете? Мы ее не можем взять. Почему рядом? Мы с вами не можем взять обычную мачете, пофиг. Давайте регенимся, регеним наши бутсы. Реактивные, так. О, блин, тут камни. Я думаю, что это... Тун-тун-тун! Реально, они ожили, они все ожили. Реакция, они почему-то такие какие-то, ну, не активились. Все, они заактивились. Мои враги заактивились. Мы еще этого вырубаем. Одного вырубаем. Почему я его... Как? Нет! Граната чуть в меня не прилетела. Я уж испугался, ряд. Ну, думаю, наверное, я на записи не так громко заорал, как в реальности. Ах ты ж какашка тупая, иди. Иди сюда, я тебя ещё нафиг завалю с дробашом. Есть, я ему сделал килл. Ебой, дабл килл. Так, короче, перезаряжаемся нафиг. И погнали к другому чувачку. Я вот тоже сейчас вру. Хуря, прикинь, у меня 6 киллов, 1 смерть. А у него... Ряд, конечно. У меня... Я вообще батя на этом сервере. Иди сюда нафиг. Ищери. Чё? Не подорвёшь меня никак. Я ему сделал... Килл. Дарья, такое классное название. Килл. Так, кстати, я спрошу серию, где мы с вами проходили. Нафиг у него АК. Есть, я его убил. Хоть у него была АК-47, но я его вырубил. Я батя на этом серваке. Блин, нафиг, ты что, дурак, что ли? Иди сюда. Есть, я его опять вырубил. Ребята, он в стенке тупо застрял. Ребята, я тут вообще батя. Я их всех вырубаю на изи. Что? Блин, нафиг он взял дробаш! Ты что, дура? Ну я выиграл все равно. Изи пизи, лаймед сквизи. Бам-бам-бам-бам. Блин. Там супер файр, у него 30-й левел. Жесть, а у меня только 13-й, ну да пофиг, ряд. О, кстати, ряд, вон, я себе качнул левел, у меня был 11-й, с этой битвы у меня уже 13-й. О, рядом с ним. Там нуби с одним левелом. Иди сюда, что, дурак, иди сюда, я тебя вы... Как он меня вырубил? Нет, ребят, похоже, мне в этой битве будет вообще капец. Поэтому рядом. Все. Считайте, ряд, что все. Я больше не батя. Да блин, да ты. Ряд, прикиньте, суперфайра убил. Ряд, у него был вип. Ребят, у этого бати был випка. Так, ряд. Вон, тут у нас с вами. Снайпер, который мы не можем взять. Логично, мы ничего не можем взять. Ревон, смотрите, берем третью, короче, троечку. Так.
Они там, конечно, килы себе заработали. Нафиг, нафиг, тут какой-то чувак ко мне приперся. Чё ты приперся? И чё ты сюда приперся? Я вообще... Какашка. Ребят, их... Стоп, у меня были гранаты. Ой, я лох. Короче, пойдемте их вырубать. Чё, думали, что вы тут батьки? Не-не-не. Ой, суперфайр, да, ты батя, извини. Но я тебя хочу вырубить, я тебе это... Ну, блин, реально, да у него випка. То, что у него вип, еще ничего не знаю. Реально, ну, у него как бы один килл. Серьезно? А у меня М-ка. У меня М-16. Все, я пошел на охоту. Погнали, ряд, вон за тем. Опять ты суперфайр. Ты что мне тут под ногой? А, блин, реально. Ну, у него моя любимая это. Он вы... Как он посмел выкинуть такой чудесный пулеметик? Иди сюда, тебе будет капец. Ай-яй. Ребят, или мне. Это, наверное, мне будет сейчас капец. Валим, мамочки родные. Ребята, это жесть. Ай, я не хочу спалиться. Я не хочу стрелять. Так, я не хочу спалиться. Не хочу спалиться. Не хочу спалиться. Так, давай. Нет, не залетай сюда. Ах ты, какашка такая. Сиди, сиди, сюда. Ребята, ну почему я вообще в этой битве какой-то лох? Почему? Нет, нет, ненавижу быть лохом. А-а-а, мамочки. Блин, у него топовый авто. Надо кинем гранату. Кинем гранат. Ребят, прикиньте, я его убил. Я ему сделал... Ой, у меня есть еще один пест. Там клевый авто. Берем клевый авто и сваливаем. Нет, умри, умри, умри! Я тебя убью с пистолета. Я его не убил с пистолета. У меня патроны закончились. Ряд, так бы я ему сделал килл. Короче. Ну, я даже не знаю, как это видео назвать. Аллилуйя. Тут мой любимый авто. Так, вот это не могу взять, это за VIP. Так, пофиг. Как всегда, мне на все пофиг в этой игре. Поэтому летим просто и всех идем вырубать. Ну, если, конечно, у меня это получится. Если не получится, то и ладно. Ну, в принципе, я и так в этой игре батя. Да, я самый клёвый. Блин, нафиг тут суперфайр, теперь я не самый клёвый. Прикиньте, ребят, я его как-то вырубил. У меня есть теперь Мосин, Мосин. Из него выпало. Теперь не суперфайр, а я самый клёвый. Ребят, это топовая нычка, очень крутая. Это очень топовая нычка. Короче, реально, смотрите. О, говорят, ну, а вот туда кинем гранату. Что будет? Ребят, они тут. Умри! Ребят, я почти что убил его. Давай! Я его убил, суперфайр. Ну, прикиньте, реально. Он последнюю секунду успел кинуть в меня гранату. Это было бы... Белиссимо. Нет, белиссимо это когда я. Это баг. Я зацепился Мосиным за стенку. Теперь я вишу. Я привидение. А, да пофиг, кину гранату. Суперфайр киллет, ну да. Ладно, пофиг. Короче, давайте позрим. Я на втором месте. Но у меня минус один. Так, ну-ка. Там суперфайр летит. Я его хочу урыть. Рожей в пол. Кидаем гранату. Наш любимый гранат. Давай. Иди сюда. Суперфайр. Ты что там? Ах ты какашка!
10 киллов. Ух ты, какой. Реально, он взял моего Мосина. Короче, ну, думаю, на этом мы с вами уже будем заканчивать. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Хазарден. Всем удачи, всем пока-пока.